Привет, это канал I Like Pet, я Таня. И сегодня мы с псом Максом будем совершать его первую городскую прогулку. До этого он жил на даче и гулял по участку без поводка. Такое в городской среде не пройдет. В этом выпуске мы расскажем вам о правилах прогулки с собакой в городе. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Городская среда может стать как любимым местом для прогулок вашей собаки, так и самым большим страхом для нее. Все зависит от того, сможете ли вы следовать правилам выгула вашего питомца в городской среде. Они несложны, однако именно от их соблюдения зависит психологическое и физическое здоровье вашего питомца. Гуляйте с собакой в специально отведенных для этого местах. Помните, что вы можете быть оштрафованы за прогулку с питомцем на территории детской площадки, школы, больницы, вблизи жилых домов и офисных зданий. Гуляйте с собакой на поводке. На крупных питомцев надевайте намордник. Спускать лающего с поводка можно только на специально огражденных площадках для собак, и то только если ваш питомец хорошо воспитан и не сможет нанести вред другим гуляющим со своими собаками владельцам. Кроме этого, важно, чтобы у собаки был ошейник с вашими контактными данными. Если ваш питомец убежит, нашедшие его люди смогут вам его вернуть. Выбирайте формат прогулки в зависимости от индивидуальных особенностей вашего питомца. Например, маленьким неторопливым собачкам больше подойдут спокойные прогулки без серьезных физических нагрузок, а крупным спортивным собакам обязательно необходимы элементы тренировки во время каждого выгула. От особенностей питомца также зависит количество времени выгула с ним. Убирайте экскременты за вашей собакой. В зоомагазинах продаются специальные плотные пакеты. Приобретите их перед выгулом. Пусть после ваших прогулок с питомцем на улице будет так же чисто, как и до них. Обращайте внимание на погоду, собираясь выйти погулять со своим любимцем. В зимнее время года собак с короткой шерстью или совсем без нее рекомендуется одевать специально сделанные для лающих теплые свитера и комбинезоны. В летнее время года с собаками с длинной шерстью лучше гулять ранним утром и поздним вечером. Днем в сильное солнце и может быть очень жарко. Таковы основные правила прогулки с собакой в городе. Соблюдайте их, и пусть выгул вашего питомца доставляет вам только удовольствие. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!